Свод туннеля обвалился. Ялмар потерял здесь много людей. Арытан Тордорох. Он так простился с нами. Ее зарубили. Должно быть вдвоем. Сражался до конца. Торстен. Сдохни! Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Дружина двинулась дальше. Интересно, сколько их осталось?
Волан? Я был уверен, что ты погиб. Куда ты подевался? Керис поплыла на спикерок. Одна. А ты не мог подождать. Сорвался в поход, будто боялся, что кто-то украдет этого великана. Керис претендует на корону? Если бы ты об этом знал, отправился бы с ней, так ведь? У меня, по крайней мере, был бы выбор. Подожди. Я еще не поблагодарил тебя, Геральт из Ривии. Я всегда буду помнить, что ты пришел ко мне на выручку. Ты знаешь меня? Скальды поют о тебе песни. Ну и отец мне рассказывал о твоих приключениях, когда я был маленький. Он говорил: не надо быть ведьмаком, чтобы стать героем. Для парня со Скеллиги есть свои эликсиры. Соленый ветер и холодная вода. Значит, та песня о ведьмаке и чародейке о тебе, Геральт? Ну да. Где остатки твоей дружины? По дороге сюда мы пробивались через стаю сирен. После боя на озере осталась только горстка людей. А сейчас вообще всего трое. Лейфу здорово досталось. Надо бы его перевязать. Он умер. Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он мертв. Я в этих вещах понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Ты идешь со мной? Глупый вопрос. Геральт, присоединяйся к нам. Скелет обглодан дочисто, но при нем что-то есть. Он истек кровью. Это был его последний поход. Идем. Шире шаг. Вижу, тебе прям не терпится. Говорю тебе, это огромный выродок. Вот и отлично.
Наконец-то я до него добрался! Я буду ждать у входа в пещеру. Я хочу убедиться, что этот чокнутый не полезет на великана в одиночку. Геральт, помоги мне это разломать! Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду.
Все холоднее. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Выпустите меня, пока он не проснулся! Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайт. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Не подходи к нему! Он мой! Эй, выпусти меня! Скорее! Заткни хайло! Когда я сидел в котле у троллей, то даже не мяукнул. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага. Но сперва убью его. Man!
знал, что мы его завалим. Ах, и уебан ты, Вигги. О, а где остальные? Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Хьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу в гавани. Верене ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито.
Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Что, неплохая работа моему любушку подвернуть. Ты что такой снулый? Шевелись! Давай! Отдохни. Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок! Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грёникан. Генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня! Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаардца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. А вы чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает?
ведьмак, там должно быть с небес. Но пошла. Теперь вот. Вперед, плотва! Так это и есть тот ведьмак страшный. Давай! Еще поскачет. Но! От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. Распоротый живот, рваные раны, скорее всего, от когтей. От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Сдохни! Come on.
Давай, плотва. Вперед, плотва! Сидел дьявол. Но! Неплохая работа, мои люди. Тань, для них собирай! Давай! Ты вернулся. И... Да, только... Знаю. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А под... Геральт, я закончила. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Именно то, что мы видим. И она тоже сделала для тебя доспехи, генерал. Чтобы доказать, что она искусней Фергуса. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия — дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права. Я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов. По-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты! Наденешь этот доспех. Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Сначала я хочу понять, в чем будет заключаться проверка. Я заказал доспех, который должен выдерживать арбалетный выстрел. Как думаешь, как я буду это проверять? Не бойся, Геральт. Доспех выдержит. Кислота придала ему такую прочность, что его разве что баллистой пробьешь. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою! А я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного огня. Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Я-то оклемаюсь, а вот доспехи эти — дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел?
С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Я хочу... Бывай. Геральт! Как там мой доспех? Почти готов. Но я бы над ним еще поработал. Ладно, Геральт! Что у тебя...
Бывай. На Щербатую. В общем-то, можно. Птички у нее справа. Я про Кликотуна. Он у мужиков по птичникам лепестки льет. Ты охренел? Может, мерзавцы из замка не высунут? Геральт! Как там? Почти готов. Ладно. Геральт! Как там мой... Все готово. Я... Спасибо. Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Возьми. Спасибо.